Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. УСН в Кировской области снизили на год. Решение приняло УЗС на внеочередном заседании. На 2021 год снижаются ставки по УСН для тех, кто в четвертом квартале 2020 года работал на ЕНВД. И по итогам 2021 обеспечит 70% от торговли или общепита в структуре получаемых доходов. Это примерно 5500 субъектов предпринимательства. Кроме того, для тех, кто работает по патенту, снизят налоговую нагрузку за счет суммы страховых взносов. И список видов деятельности, по которым можно применять патент, расширяется. Вместо 69 их будет 90. Также изменены ограничения размеров максимального возможного дохода для юридических лиц по видам деятельности для физических лиц. Пониженные налоговые ставки по УСН будут действовать с 1 января 2021 года. Изменения по патенту с февраля. Программа «Экономика». Около 100 миллионов потерял бюджет из-за коронавируса. 60 миллионов рублей выпадающих неналоговых доходов Кирову компенсировал федеральный бюджет. Еще 33 миллиона казна не получила из-за того, что не оказывались платные услуги муниципальным учреждениям. Эта потеря восстановлена за счет того, что город не произвел на эту же сумму расходы из-за закрытия школ и детских садов, говорят в городском депфине. Кроме того, из-за коронавируса город еще и сформировал резерв, который позволил сократить дефицит, составлявший на начало 2020-го полмиллиарда рублей. Это произошло за счет режима экономии, отсутствия необходимости финансировать некоторые мероприятия из-за экономии на торгах. Экономика на 101 FM. Поставки кировских товаров за границу выросли на 10%. По данным Центра поддержки экспорта, покупают продукцию из нашего региона более 100 стран мира, в их числе Перу, Италия, Дания, Нидерланды, Тайвань, Великобритания и другие. В планах на будущие годы, по словам министра экономического развития, расширить географию поставок, а также увеличить в два раза количество экспортеров в Кировской области. К концу этого года оборот экспорта достигнет 800 миллионов долларов. Экономика. Далее информация от наших партнеров. Рейтинговое агентство «Эксперт» повысило рейтинг кредитоспособности АО КБ «Хлынов» до уровня RU-BBB. Об этом сообщается на официальном сайте рейтингового агентства. По рейтингу установлен стабильный прогноз. Банк «Хлынов» успешно продолжает развивать бизнес и повышать свою финансовую устойчивость в непростой для рынка период, отмечают там. Присвоение рейтинга является важным этапом на пути к реализации стратегических планов банка, отметили в АО КБ «Хлынов». АО КБ «Хлынов» лицензия номер 254. Экономика. В завершение о валютах на сегодня. Официальный доллар 73,69, курс евро 89,87. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.